Новость сегодняшнего дня. В Национальном аэропорту Минск совершил экстренную посадку самолет, совершавший рейс Афины-Вильнюс. Поводом для этого стала информация о минировании. Она поступила одновременно и в Афины, и в Минск. Пилоты лайнера в соответствии с инструкциями запросили посадку в Минском аэропорту. Согласно международным договорам было дано разрешение. О ситуации оперативно доложили президенту, который распорядился принять все необходимые меры. К счастью, информация о минировании не подтвердилась. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Также во время досмотра пассажиров вскрылись и другие детали. Подробности инцидента в следующем материале. Вот он, Boeing 737, сегодня обсуждаемый во всех новостных лентах. Самолет компании Ryanair выполнял рейс Афины-Вильнюс. О минировании борта командир экипажа сообщил Минску в 12:50 по местному времени. И хотя по траектории полета видно, что в этот момент самолет был ближе к Вильнюсу, пилоты Ryanair приняли решение действовать согласно существующим международным инструкциям. Запросили посадку в Минске. Мы сейчас изучаем запись переговоров, которая есть в нашем распоряжении. Вот один из фрагментов. For security reasons, airport security staff informed they received email. То, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске, подтверждают и в отделе коммуникации Литовского международного аэропорта. Сразу после этого звонка о ситуации доложили президенту. Он отдал команду. Борт технически уже пролетал над Лидой. После его разворота на ЧП начали реагировать военно-воздушные силы страны. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение поднять в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Баранович. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования. Как только оба судна приземлились в национальном аэропорту, пассажиров экстренно эвакуировали, после чего начали работать саперы и спасатели. В 13:09 незамедлительно была направлена техника МЧС не только из ближайшего подразделения, это поселок Сокол, но и другая специальная техника Минского областного, Минского городского управления и республиканского отряда специального назначения. Всего 17 единиц прибыли к месту, были готовы к реагированию на любые возникающие ситуации, однако, к счастью, помощь МЧС не понадобилась. Параллельно повторился досмотр тех, кто летел рейсом. После первого раза пассажиры ждали завершения проверки самолета, как это происходит в международной практике. И в этот же момент в сети появилась вот эта фотография. Ее разместил помощник Светланы Тихановской, Франек Вечерка. Перепостил Антон Матолько. На фото основатель экстремистского канала «Нехта» Роман Протасевич. Фотографию перепроверили. После выяснения личности Романа в Минске его попросили остаться. Роман Протасевич в Беларуси обвиняется по статьям о массовых беспорядках, организации и подготовке действий грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также разжигание расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни. Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Летом-осенью прошлого года Протасевич не просто курировал работу экстремистского канала, он сопровождал и координировал действия радикальных группировок, насыщал информпространство фейками для поднятия протестной волны. Для спецслужб он станет ценным источником информации о том, где работали деструктивные силы. Такой неожиданный поворот в истории Романа Протасевича вызвал дискуссии в сети о якобы невозможном совпадении его возвращения с кипрского отдыха и вот такой посадки в Минске. Особенно эту версию сейчас отрабатывают, вероятно, уже бывшие друзья Романа, благодаря постам которых к нему проявили дополнительное внимание в аэропорту. Фото им сбросила подруга Протасевича для внутреннего пользования. Не удивляются происходящему те, кто знаком с международными правилами посадки судна, кто бы на нем ни летел, если сообщается, что на борту может находиться бомба. Но дело в том, что по международным правилам ближайший аэропорт оказался Минск, и по этим же правилам командир принял решение именно сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа, поэтому самолет произвел посадку в национальном аэропорту.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту заминирования борта. Кто из пассажиров сообщил об этом, пока неизвестно. Специалисты начали работу, что касается Протасевича. То сейчас расследованием его деятельности будут заниматься не дистанционно, а с участием главного фигуранта. Смысл обвинений это не меняет. Тем временем самолет готовится к отлету. Пассажиры уже знаменитого рейса Афины-Вильнюс ждут объявления о посадке.